Итак, всем привет, с вами Брикман. Если сейчас, подождите. Всем привет, с вами Брикман. Я вижу народа немного, но ладно. Меньше народа будет видеть меня фейлящего. Сейчас хочу сыграть, не факт, что пройду, но просто хочу попробовать сыграть в Super Turrican на NES. Да, он был не только на Super Nintendo, он был на NES. Я хочу в него сыграть, и на самую высокую сложность. Не факт, что у меня получится, я просто не пытался до этого. Если мне не получится, я сложность понижу. Просто там реально жесть творится на высоких сложностях. Вот тут есть скилл. Нет, это не First Town, я проходил ее, но проходил на нормальной сложности. На сложности 2, по-моему. Вот здесь 1, 2, 3, 4. На 1 легко, на 4 злопа. Ладно, поставим 4. Есть хайспор, но он нам не нужен. Ладно, все, погнали. Ух ты, блин! Меня уже 2 раза кто-то поранил. Замечательно. Офигеть, мне уже слипал хп. Ну нафиг, я буду купиться. Так, момент. Сейчас кое-что подправлю. И сделаю ресет. Так. Так, ресет. Сейчас все должно быть нормально. Будем крутиться, чтобы не получать урона. Блин, с турбо, конечно, удобнее, но, блин, я как-то... Еще, кажется, с турбо тогда проходил. А сейчас без турбо, конечно, будет жестковато. Особенно с врагами, которые летают настолько быстро. Капец, что творится. Давай сюда, тварь. Да блин! Вообще быть предельно аккуратным. Фа. Твою ж мать! Фак. Блин. Чёрт. Вот потише сделал. А тут лучше все равно. А хоть нет, у меня 4 жизни. Случайно эту хрень активировал. Я знаю, что графон несколько слаб, но учитываешь, что эту игру делал чуть ли не один человек, ну, по крайней мере, на сверсе. Я, блин, опять случайно нажал на селект. Фак, уйдите от меня все.
Твою ж мать! А, меня убил повераб. Ладно, ресет. И все равно дело-то не только в графике. Да блин, как это активируется фигня? Я же не хотел ее активировать. Ладно, буду юзать турбо. Представим, что я купил турбо-контроллер, который продавали тогда. В то время. Такие плюшки, по-моему, лежат. Ну где они? Где? Где-то же здесь должны быть. А, щит. О, пауэр. Отлично, отлично. Полный ХП. Дурка падать не хочу. Отлично, конец уровня. Слава тебе, Господи, я что-то прошел. Стоп, что-то как-то не совсем как-то не так, как я когда в тот раз играл. Странно. А, ну ясно дело, это НТСЦ. Я же играю в европейскую версию, а в европейской версии стоит PAL. Поэтому поставим PAL. И пофиг, что ресет. Стоп, неужели игра сместилась из-за того, что PAL? Да нифига себе, экран стал шире. Мне надо заново его выделять, вот это прикол. Ох, ладно, это займет пару секунд. Так. Сейчас я выделю заново. Это займет секунд 15-20. Ну, шучу, конечно, больше. Так. Надеюсь, не будет краев видно. Отлично. Просто прекрасно. Так. Уменьшаем опять это окно вонючее.
Так. Убираем сюда и все, и погнали. Все, теперь будет и экшен помедленнее, и музыка получше будет звучать. Вот экшен стал более вменяем, а то там какая-то дикость была. Фак. Стоп, а где? Лажа в тот раз это. Умираб был, пауэр. Где он здесь? Он же должен быть где-то. Быть. Фак! Черт. Вот он. Ладно, подождем, пока он взлетит. Он же не исчезнет. Нет, ну зачем ты упал? Блин. Ладно, ресет, это первый уровень, могу себе позволить. Все, надо собраться. Я туплю. К тому же на первом уровне, и вообще на первой локации дофигища ям. В других локациях ям нет. Нет, там не было тайника, по крайней мере не в этом месте. Нет, это просто такие горбы. Блин. Во втором уровне есть такой проход, когда ты падаешь вниз, и там секретка, но в первом уровне такого нет. Да блин. Господи, бешеная птица. Ну, фак. Давай, отлично, отлично. Все супер. Прям трясешься за каждый поверап. Ух, прокатились. Как туда попасть, не это? Блин, запрыгивай.
Фак. Там пофиг, забрались кое-как. Их, что там? Тоже неплохая штука, но, конечно, не такая хорошая, как... Фух, на последнем хп. 1-3 уровень. Я уже боюсь его. Фак, иди от меня, уйди от меня! Да блин, охренели! Да! Творишь, уйди! Капец! Я труп. Да блин, кто бы дал мне пауэр? Говно какое-то дают. Если тут взять не спредган, то ты труп. Улетай уже с экрана, тварь. А, за замечательно, все равно взял. Я так и думал. Блин, секретку бы где? Ну, что такое? Должны же быть где-то секреты. Мне ни хрена нет. А там еще сидит. Опять 1 хп. Класс. Да, блин, еще вписался в огонь. Да, уж думаю, все-таки сложность надо будет понизить, а то так я долго не продержусь.
Да фак, 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 фак. Опять один хп, да вы издеваетесь. Как это... Блин, ты еще через стену выстрелил. Замечательно. Ладно, будем двигаться медленно и аккуратно, уничтожать всех по одному. Ух ты, я не поранился. Это чудо. Давай, иди сюда, я не уязвим, когда я шар. Понял, а ты нет. Так я понимаю, другое дело. Да вы охренели! Замечательно, теперь я застрял на шипах. И так само я отсюда уже не выпрыгну, очевидно. Да ну, это хоть чрезмерный хардкор, пожалуй, я все-таки понижу сложность.
Это же жесть, это первый уровень только. Не, это ж спасибо. Я лучше на нормале поиграю. Это явно перебор с хардкором. Все, сейчас будет нормал и будет все нормально. Ну, вот, все адекватно теперь. Враги с нормальной скоростью. Пули с нормальной скоростью. А куда я упал? Какую-то пещеру с птицами. Мне сюда не надо. Нет, я хочу к выходу. Идите на задницу. Отлично. Другое дело. Ах, нет, не молния грела. Блин, 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 па. Окей, дошли. Сейчас все будет нормально, а не как тогда. Да блин, давай запрыгивай. Фиги, что за шипы здесь? Ух ты! Я даже не знал, что тут жить спрятан. Если ни хрена никто брать не будет, она лежит за полем шипов.
твою мать. Да ты охренел! Давай, умри уже! Так, нет, не здесь. Ты, блин, они респаунятся, что ли? Кстати, очень необычно сделан выход с уровня, особенно после первого уровня с кучей ям, это выглядит просто дикостью. Делать вот так вот. А тут я зря, конечно, упал сейчас сам вниз. Отличненько. 2-3.
Отлично. Гори в аду, Буда. Труп. Да сдохни ты уже. Конец. Фух, 3-1. Ой, понял, взять. Да блин, и все равно потратил. Толку-то тогда. А вот это полезненько. Сколько щитов. Ты смотри. Блин, куда я промазал? Пофиг, меня ищет. Блин. Привет, Silver Shadow.
Ну чё я упал-то, блин? Там хотя бы все мертвы. Мне вообще нравится музыка в этой игре. Три, два. Варь. Как стал-то неправильно. Да не мой стрим, просто вы мне давайте тему, чтобы поговорить. Я могу подпевать как Юза, но не думаю, что вам это понравится. Хотя не сказать, что им, чтобы мне нравилось, как подпевать Юзу. Ну, конечно, конечно. Всем сразу потребовал, чтобы я подпевал. А ничего, что у меня один хп. Я сейчас сдохну. Докатиться бы уже до выхода. Не напоровшись ни на что. Уже конец, я около мене. Блин, у меня один хп, я сейчас начну сдохнуть, начну рисунок сначала, блин. Фу, слава тебе, Господи. Так, момент.
Так, ладно, я вернулся. Мне насрать, когда я сверну в клубок. Да ты охренел! Да блин, не дает мне его атаковать. Отлично, он быстро сдох, оказывается. Ну, лети давай. Несколько секреток еще, по-моему. Опа-па. Так, вот это не нужно, и вот это, отлично. Все, теперь можем отсюда сваливать. Я не алчный. И больше просить не буду. Четыре, один. Блин, я взял так говно. Это очень плохо. Весьма хреново. Отлично, я его поменял. Ну чё, мне подпевать или нет? Ща. Ту-ру-ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ту-ту-ту-ту-р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 у-ту-ту
Блин, мне главное за всем этим тур-ту-ту не забыть, куда я иду. А то тут же лабиринты, блин. А, на чем я остановился? А, да. Ту-т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 у. Бля. Ту-ру-ру-ту-ру. Ту-ру-дум-пум-пум-пурум. Пум-пурум. Так, где конец уровня? Где конец? Я не помню, где конец. Наверху, наверху, надо наверх. О, какие-то головы пошли. Нет, спасибо. На репертуар группы «Машина времени» я как-то особо не это. Блин. Так, а куда здесь идти? Блин, тупик! А, черт! Вот о чем я говорил, это лабиринт вонючий.
Блин. Я не понял, оттуда пришел или чё? А, помню, назад. А, нет. Стоп. Я определенно пришел отсюда. Как забавно изучать опасный, до ужаса опасный уровень, когда у тебя остается один хитпоинт. Причем тут Метроид и Кослевания? Куда мне идти, блин? Явно кот-то я не сюда пошел. Замечательно, еще одна комната с птичками. А мне уже нет хитпоинтов. Есть, но мне их никто здесь не дал. Блин, ты как так пролетел? Вот. Да, все заново. Вот поэтому я умирать-то и не хотел. Опять тупики, блин, пошли. Да блин! Замечательно. Thank you.
И что, и она меня даже не задела. Замечательно. К тому же у меня потихоньку отбирают апгрейды для оружия. Да блин, вонючие птицы, как у меня достали. Спасибо, хоть защита. А, мне сюда не надо, мне сюда не надо. Надо запомнить уже, чтобы я не лез вверх. Отлично, отлично, все прекрасно. Ни хрена нет. Ложка, ну запись пересмотри, да и увидишь. Что ты спрашиваешь? Это же лучше видеть, чем слушать в текст. Господи, сколько здесь ворон. Да блин, еще ты такая хитрая, решил меня задеть. Вот нифига себе, как надо было просто налево пойти сантиметр. А я пошел вправо и бродил там хрен знает сколько. Офигеть. Да блин. Офигенный уровень.
Да блин. Офигеть. Да, умри. Это можно отдохнуть. А тут что-нибудь. У меня сейчас ничего под рукой нет, поэтому я просто постою. Отдохну, скажем так. Один. Да блин, вы охренели, каждый пуп земли, каждый должен успеть выстрелить. Блин, я взял говно. Это оружие такое говно, что я не знаю даже, что про него сказать. Вы сами все видите. Да уж ты верно подметил, руки вымыть придется в любом случае. Блин, мне секретка, а отлично, секретка. О, ну, блин, вот как на Новый год, просто подарок был. На этих вот... Тут тоже можно, но вот смысл в этом. Они же не умрут от этого, они просто расплющатся и дальше побегут. Ну вот, например. Блин! Ну это какого хрена? Я хотел взять только П! Блин, телефон звонит, погодите.
Окей, продолжаем. В общем, отсюда мы все... А, нет, вывалились. Тут нифига нет. Мне надо приседать, чтобы попасть во врагов. Что это за говно? Блин, я еще и навернулся сверху. Зашибись, у меня нет хп. Блин, ну где конец? Отлично. Ага, тупик. Класс. Конец, блин. О май гад. Я сделал круг. Охренеть, я сделал круг. Что я сделал? Я сделал круг. Просрал все свое здоровье на этом круге, который казался мне длиной в вечность. Это безусловно замечательно. Ну и еще один тупик на затравочку. Ага, я, кажется, понял, куда надо было идти. Вот сюда. Только долго мне тут не жить, правда. Ибо... Вот, вот, вот так! Вот как раз, вот как я рассчитывал, замечательно.
Так, куда же идти? Все-таки. Я помню, что идти надо наверх, 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 наверх. Но, блин, где-то же должен этот верх кончаться. Я пока не нашел где. Но вроде я пока иду правильно. Тут нифига. Платформа, да ты что? Блин, ты мне сильно помог, учитывая, что в этой игре миллион платформ. То ни было, я опять скоро трупанусь. Угу, вот видишь, смотри, поднялся я выше. Вот сюда я вроде не ходил еще, хотя я уверен, что здесь будет тупик. Замечательно. Да как, блин, нафига он нужен-то? Да блин, ну сука! Все равно выбрал самый дерьмовый момент. О, это вообще фейспалм. Вот что это было? Нет, надоел, я иду налево. Иду с левой стороны. Да, во всех туриканах ты хрен поймешь, куда тебе идти надо. Блин, я присел, какого хрена меня все равно ранят? Блин, отвалить от меня, я хочу взять щит.
Да, любит, в кавычках, очень сильно любит. Можно еще прямее сказать, занимается любовью. Да. Такой левел запутанный просто, да не, да не, да безобразие запутанный. Это хардкор. Так, по-моему, сюда идти, по-моему, сюда. Да, сюда, 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 иди сюда. И бы кто мне ХП дал? Да блин! Один хп, ну красота! О, ну, очередная смерть в том же духе. Замечательно, супер. Ладно, зато сейчас я приблизительно помню, куда мне идти точно. И сразу пойду туда, не буду заниматься всякой херней, заходить не туда. Я решу эту головоломку. Да вы охренели! Прыгают на меня десятками! Да блин, гнида. Да.
Это самый верх, определенный, это самый верх. Да какого хрена тут нету выхода? Где он тогда? Ну, я был тут уже. Я куда-то не туда пошел, видимо, просто. Ну, выход должен быть где-то здесь. Он левее. Точнее, правее. Он правее. Вот за этой стеночкой он. Замечательно. У меня 2 хитпоинта осталось. 2. Я вижу, где он. Не надо мне уже подсказывать. Я уже понял. Ага. Нашли выход. Тут секрет, может, какой? ХП восстановить. Не, нахрена. Да блин! Как? Ну все, теперь я точно знаю, где это будет эта херь. У меня тоже какой фейспаун. Замечательно, что мне теперь не дали щита. Ну хрен. Да где тут выход? Ладно, все, все, я знаю, где он. Я вот понял, наконец-то, где он. Это под... Это... Для этого потребовалось очень много времени. До этого я лазил на удачу, и, естественно, мне максимально не везло, и я зашел во все возможные углы уровня, кроме того, который оказался нужным в итоге. Щит, 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 не улетай, не улетай, не улетай. Отлично. А ты, говно, улетай. Нет, ты не улетишь. Окей. Я тогда уйду. Я с тобой не дружу.
Да блин, уйди. Да куда ты, брат, падаешь, блин? Нет, значит, все правильно. Ну так, идти влево не работает. Надо, точнее, идти вправо не работает. Все равно придется пройти через верх. Невероятно длинный путь. А у меня как всегда по традиции уже. У меня нифига не остается хитпоинтов. Слышь ты, сам ты нубас. Тут лабиринт какой-то самый дерьмовый, что я видел. Нубас, блин. Для меня это оскорбление. Я не ведусь, я вообще на позитиве сейчас сижу. Лол. Я так стараюсь поддерживать разговор. И вообще я злой уже, потому что я в этих странных лабиринтах брожу уже хрен знает сколько. Класс, Вадим, научись сначала по-английски писать. Хоть как-нибудь. Скилл лоу, блин. Это самый неграмотный английский текст, что я видел. Скиллоу, блядь. Во-первых, скилл. Во-вторых, из. А в-третьих, лучше спереди надо your написать. Напиши your skill is low. Вот так правильно будет. А сейчас ты херь какую-то написал. Чё? Я ему советую, как написать. Помогаю ему.
Да... Блин, она ложка, я помню прекрасно, куда идти. Ой, давай, давай. День троллинга кирпича, давайте, присоединяйтесь кто-нибудь. Напишите еще кто-нибудь, что я унылый там или что-нибудь еще. Будет забавно. Да, блин, я потому что на час смотрю, поэтому я иду хрен знает куда. Мне опять остается два удара всего. Дайте хп, дайте хп. Вы уроды вдвойне. Даже втройне. Ну как это назвать? Я еще хотел играть в это на высокой сложности. Да блин. Давай ты уже сдыхай. Отлично, щит. Как нельзя, кстати. Блин, я не знал про этот секрет. Да, скилл лоу. А ну хотя бы я теперь точно помню, куда идти. Иди нахер отсюда. Какой эскейп, лол? Причем тут это? О, господи, покажи мне, где на эмуляторе кнопка эскейп.
смысле щит? Щит вообще-то измеряется не во времени, а в количестве ударов. Он несколько ударов терпит и все. Поэтому я и его тоже берегу. Так, мне сейчас сюда. Отлично, отлично. У меня почти полный ХП и щит. Точнее, что-то от него остатки какие-то. Сейчас у меня все. Есть все шансы дойти до конца. О боже мой. Вот в этой игре ты вперед точно не допрешься. Ни докуда. Отлично, отлично. Вот он конец. О господи, это я докрафт. Я прошел это говно. На NES вообще мало кто играл. Потому что игра мало популярна. В частности, точнее, во многом из-за более лучшей версии на Super Nintendo. Да блин, да... Все равно все, пуля в меня засадит. Так, тут не так... Сложно, просто нужно забраться наверх. И все. Тут не будет лабиринтов, по-моему. Блин, а. Да вы охренели! Если что, в этой игре есть три континя еще. Лабиринтов не будет, блин. По крайней мере, тут гораздо проще найти выход уже, не то что там. Отлично, все, самый верх. Ахахаха, вы. Вы еще не врубились. Нет. Thank you.
2. А вот теперь босс. Я же не давлю на кнопку. Блин. Господи, мой турбопалец устал. Да, ему надо стрелять в лицо, но, блин, ты же видишь, у меня ракеты постоянно летят. Я выбираю момент правильно. На пролом же не получится. Короче, тут можно гораздо проще. Ладно, я вам показал свою попытку. Теперь я могу показать, как я его мочил в прошлый раз. И что это намного проще. Можете, Лонг может меня укорять за то, что я так сделал. Но тем не менее. Сейчас я сделаю именно так. Ты повера подают. Вот уж не думал. Впрочем, это не важно. Нет, вы не врубаете. Вот так берете. Хопа. И у него на башке. Какой риск. Вот так берете потом. Вот так. И держите кнопку, пока палец не отвалится. А он пускай стреляет в стену туда, сколько хочет, ради бога. Ага. Только там это был мид-босс в третьем уровне. А здесь это финальный босс во всей игре. Бабах.
Надо было стараться. В общем, я, конечно, жестко смудил, что даже решил попытаться играть на самой высокой сложности, поскольку это просто был нереальный садизм. Я на нормале-то еле прошел. Как там по дефолту стоял? Да пожалуйста, всегда рад. Тихо-тихо-тихо, момент. Да, блин.